Сейчас вам покажу, как выглядит русский мир. Вот, 360 градусов вокруг меня, уничтоженное село. Уничтожено просто все, жилые дома. Сколько слез я сегодня видел. Очень тяжело говорить, вот это авиабомбы. Это маленькая, в кавычках маленькая, 250-ка. Просто накрыли весь этот район, Черниговщина. Люди остались без ничего. Все, что десятилетиями зарабатывали, не осталось ничего. Причем это были такие массированные бомбардировки, в том числе 8 марта. Вот такие подарочки, в кавычках, российские власти и армия сделали украинцам. Такая у них спецоперация, как там они ее называют. Вот, подхожу к перекрестку и вижу воронка от 250-й бомбы и вот тонник. Смотрите, тонник, вот так вот масштабы не ощущаются. А для того, чтобы их ощутить, нужно спуститься. Я уже это делал здесь. Сейчас вам покажу. Здесь есть тропинка безопасная. Вот. Сейчас возьму так телефон, чтобы видно было. Вот спускаюсь. Вообще здесь ходить нельзя, потому что много заминированных участков, но вот эта тропинка уже проверена. Вот я нахожусь в воронке от авиабомбы тонника. Причем люди рассказывают просто страшные вещи. Пилоты на предельно малой высоте заходили на истребителях, скидывали по две бомбы, разворачивали, шли на второй круг и сбрасывали еще. И вот, пожалуйста, вот такой кошмар вокруг. Вот такие воронки. Жесть. Вот что я увидел на Черниговщине в первые дни после того, как русские войска отошли. Бежали отсюда. Жесть. Русский мир выглядит так. Русский мир – это смерть, несчастье, горе, разрушение и выжженная земля. Русский мир – это то, чего врагу не пожелаешь.